Всем привет, дорогие друзья! Хочу угостить вас очень вкусным рецептом приготовления вкусного картофеля. Картофель сейчас молодой, давайте его приготовим очень вкусно и ароматно. Погнали! Картофель чистить не буду. Количество картофеля выбирайте сами. После рецепта вы сами поймете, сколько нужно картофеля. Вообще, картофель настолько вкусный получается, что можно готовить сразу две порции. Мне этот рецепт очень нравится, так как он очень простой. Нарезаю на вот такие вот тонкие кругляшки, как на чипсы. И сразу же отправляем в форму. Нам понадобится сотейник. Добавляю буквально грамм 30-40 растительного масла. Также понадобится 2 зубчика чеснока через мелкую терку. Можно просто ножичком нарезать мелко. И грамм 70-80 сливочного масла. Также добавляю сладкую паприку, пол чайной ложки. Также сразу солю. И слегка приперчу. Отправил на огонь. И начинаем прогревать до растворения сливочного масла. Потихонечку помешиваем, чтобы чеснок быстрее отдал аромат маслу. И при нагреве, конечно, получается очень масло ароматное. Все, и хорошенечко поливаем нашу картошечку. Слегка картофель сверху еще присолю. Все, отправляю в духовку. Выпекать буду при температуре 200 градусов около 40-45 минут. Кто желает хрустящую корочку, можно добавить еще 5-10 минут. Кто желает еще более насыщенный вкус, можно присыпать сыром. Ну а кому всего хватает, пробуем. Картофель и в самом деле получился очень ароматный, очень вкусный, очень нежный. Друзья, обязательно к приготовлению. Очень вкусно. Уверен, понравится не только вам, но и вашим близким. Готовьте вместе со мной. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся, делимся с друзьями. Не забываем комментировать. Я с вами прощаюсь ненадолго, до следующего видео. Всем пока.